Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 холиплей. Первый сер, мы здесь Кирилл Путбуль, и сегодня у нас будет необычный видосик. Итак, мне подписчик написал в комментариях, типа, вот сними видос на эту тему. И ссылку скинул, сейчас я ставлю скриншот, что же там было. Вот, вы это увидели, короче. И, типа, вот, проблему с бат-номерами. Проблема с бат-номерами, кстати, блядь. Чё? Лучший в КРМП. Ну, на самом деле, это спорно, да, пацаны? Ну, сами видите, что онлайн падает на всех серверах, поэтому... Блин, лучше бы они что-то делали, чем писали просто, типа, лучший в КРМП. Ну, без обид, я не хочу обосрать Амазин. Амазин хороший проект, но, блин, серьезно, могли бы... Хоть что-нибудь делать для понятия онлайна. Я-то понимаю, видите, онлайн просто 500 не доходил. Подарки добавили, X2, а онлайн на первом даже 500 не было. Это удивительно, на самом деле, очень удивительно. Кстати, напоминаю, как только мы набираем 100 лайков, выходит новая серия. И напомню вам, что кто хочет там в ПГ Южное, ссылка на ВК-лидера будет в описании, ссылка на куда нужно писать в кап-состав тоже в описании, Discord тоже будет все в описании, короче. И в чем тема, пацаны? Чувак заделал такую очень прикольную тему, что типа вот не хватает блат номеров. Что вот вы покупаете, допустим, машину, задонили там 500 рублей и хотите через донат поставить номера. Но блин, они все заняты практически. Не, ну если поискать, можно идти, но full блат вы не поставите. Даже я сталкивался с такой проблемой. Вот у меня есть Mercedes E63. Сейчас я вам его покажу. Ну, не покажу вам его, покажу его номера. Вот. Как вы знаете, я раньше ставил full блаты, это одинаковые буквы, одинаковые цифры. Но, блин, они уже все заняты, как бы, и мне пришлось ставить вот такие номера, топ-3 восьмерки. Номер остался неплохой, но, блин, за 500 рублей хочется, понимаете, full блат себе поставить и так далее. Да, можно выбить номера, когда машину покупаешь, потом получить номера на нее. Но, блин, это рандом, это, блин, 1 на 1 000 000, понимаете, грубо говоря. Что вам выпадет блат номер. А тем более full блат номер, это вообще очень нереально. Поэтому я даже не знаю, что вам на это сказать. Потому что, серьезно, чувак типа говорит, добавьте украинские там номера, добавьте там что-то еще, я не помню. Но вот, я с чуваком соглашусь, но чтобы увеличить количество номеров блатных, нужно добавить либо буквы, либо давать регионы. Если добавить 3 региона, пацаны, это будет красиво, серьезно. Вот видите, здесь на самой ранке уже есть регион. И у кого там бэхи-то, как у меня, у всех такой же самый регион будет. Но если добавить регион, вот смотрите, если добавить регион, типа вот идет номер, и вот здесь будет еще регион, такая черточка регион, это будет некрасиво, серьезно. Это будет очень некрасиво, хотя в реальной жизни было бы правильно сделать так. Но это будет серьезно некрасиво. Если добавят еще регионы, то номера очень потеряют в цене, потому что у кого-то будет хреновый регион и так далее. Ну, блин, это будет некрасиво. Минуточку внимания, хочу посетить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПГ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. А вот если бы добавили новые буквы. Ну, если серьезно бы добавили новые буквы, это было бы круто. Либо добавить украинские номера. И типа можно было себе поставить блат номер, допустим, украинский. Допустим, 3А,
точнее 4А, 4 восьмерки. Я думаю, это было бы довольно-таки круто. Им, ну, я думаю, кто с Украины, тот бы стал такие номера. И они тоже бы, возможно, ценились, если бы номера были там 4А и 4 восьмерки. Я думаю, это было бы прикольно, потому что у нас вот такие вот номера в Украине, кто не знает. Да. Ну, вообще, они там разные бывают, но в основном такие номера блатные, если считать, то в основном такие номера и есть. Поэтому было бы круто, серьезно, если бы добавили просто номера. Добавили либо новые буквы, добавили еще сюда, ну, другие буквы там какие. Таких нету, типа, в номерах. Потому что на первом сервере реально вот все номера заняты, просто все номера заняты. Можно, если попытаться найти номер, но не full blood. Вот типа вот такой, как у меня на бэхе стоит, типа мур 3 семерки, там что-то самому придумать, короче, типа скр, там какой-то 3 семерки сделать. Да, такое можно сделать, но нормальный блат номер вы себе хрен поставите, понимаете? Серьезно, вы его себе не поставили. Не поставите, поэтому нужно добирать буквы, там, цифры. Не, ну цифры, понятно, вы не добавите нули. А не, нули же есть, да. Можно цифры добавить, точнее буквы добавить. И украинские номера добавить, я думаю, это было бы тоже прикольно. Белорусские, не знаю насчет белорусских номеров, тоже можно было бы, наверное, добавить. Но без регионов. Если добавить регионы, это просто в экономике пиздец будет, потому что номера перестанут цениться особо. Серьезно, с регионами будет полный пиздец. Потому что, ну, у нас нет такого прям 1000 онлайна, как, допустим, ну, в МТА ценятся, типа, там, регионы и так далее. Но у нас же не МТА, у нас КРМП. Поэтому регионы, я считаю, это не надо добавлять 100%, регионы нам не нужны. А вот новые буквы добавить и украинские номера, это было бы круто, реально, это было бы круто. Возможно, разработчики когда-то это сделают. Я просто решил затронуть такую тему, потому что подписчик написал. Думаю, хорошая тема для видоса будет, тем более разговорные видео у нас редко бывают. Ну, а так мы хотя бы тоже поднимем эту тему немножко. Что вот, блат номеров не хватает. То есть, серьезно, напишите в комментариях, кто, допустим, недавно, либо когда-то хотел поставить себе блат номера, но, блядь, все были нормальные номера заняты, и вам пришлось ставить какую-то дичь, либо вы потом передумали их ставить и, не знаю, садили на рулетки, допустим, да? Напишите тоже такие, кто есть. Ну, не знаю, блин, я тоже вот донил. Даже вот у меня Rolls-Royce, помните, был. Туда я номера тоже хотел нормально поставить. Я поставил номера 3N, 3-9. Номер такой себе, но зато full blood. То есть одинаковые цифры и буквы. Я люблю серьезные номера, когда одинаковые цифры и буквы. Но, блин, как вы знаете, мой аккаунт деактивировали тогда, и я потерял все. Но теперь на этом аккаунте играю. И ник я сюда просто перекинул, кто не в курсе, и все. Да, у меня здесь нету full blood номеров, но тоже такие номера мне нравятся. Ну, а Мурка у нас вообще легенда теперь. Поэтому все, да, в принципе, нормально. Но на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.